начинаем. Спасибо большое нашим уважаемым представителям Министерства культуры, оргкомитету, всем. И уже очень скоро начнется массовое постановочное сражение. Да-да-да, итак, у нас минутная готовность до постановочного сражения. Я еще раз напоминаю, не ходим, пожалуйста, по рыцарской площадке. Минутная готовность до бугурта. Все, пожалуйста, на исходные позиции. Поехали. Паша, текай. Таким видом в атаку бегут, они убегают. Главное, это вовремя убежать. Давай. Отлично! О! Кадников пошел за крупными планами. Давай, Кадников, работай! Давай. Вот они все. Глянь, все вместе. Что, отлично. Пора выпускать тяжелую артиллерию. Тяжелая синтроповская артиллерия. Мародеры за трофеями. Вперед. Сейчас. И теперь наступает наше время. Это и был первый бугурт 2014 года рыцарского фестиваля кино и фотографироваться с рыцарями. А вы говорили, фестиваль не состоится. Вот, пожалуйста, все наши. Зафиксировано. С почином. Ура! Местно Министерство культуры Судакская крепость в лице директора Владимира Васильевича обязательно мы запланируем и в плане основных мероприятий Министерства культуры Республики Крым обязательно, он уже есть, будет в следующем году большой 15-й юбилейный фестиваль «ЮНЕСКИ шлем».